Вот режу оргстекло, лобзиком не вариант. Трещина пошла, вот. Ну ничего страшного, это здесь не критично. Вот лобзик. Лобзиком не вариант. Мелкая пилка, крупная там, любая, не вариант. Большие листы. Где-то подрезать лобзиком, да, это можно. И вот пришла мысль болгаркой. Болгаркой, сразу скажу, вот такой рез происходит. Вот здесь вот. Сейчас, где он? Вот он. Вот рез. Это болгарочный. Облой есть, его потом просто вот так рукой снять. И все. Диск простой, по металлу миллиметровка. Сейчас вот покажу, как здесь вот режет болгарка. Так, ошметки снять, чтобы не мешали. Вот это вот делать. Оно снимается, как это, пенка. Это я направление сделал, сейчас канавку. Лобзиком не вариант. Не вариант? Нет. Вот, смотри. Лопается, да? Вот. Зато болгарка милое дело. Так вот снимается. И смотри, вон там ровный раз. Лобзик. Нашелся способ. Да. Сейчас я тут проверю. Видишь, когда оно подплавляет, это лобзик, и застревает вот это полотно. И оно нас за собой тянет. Ну, сюда, тихонечко сейчас. Забралось? Ага. Все, это сейчас мы отшлифуем. Вот так болгарочкой, вот это тот самый Декстер. С простым диском по металлу. Простым по металлу? Да. Оно так режет.